летел низко к третьей точке и много потратил время на центровку. То есть был момент, когда я просто подвеской цеплял елки, и уже было грустно. Но я не сдался, там видно ли смерчик что-то было, колбасило, но я, блин, выкрутил, а то фигня! Это был Сергей Иванович. А ты не пробовал просто научиться летать?